История дня на ТВ Рус. Привет всем, это ТВ Рус. Сегодняшний день богат на открытия. Вот сами смотрите. 23 ноября в 1852 году в Англии придумали почтовый ящик. Он был шоколадного цвета и был чугунный. До этого британцы в качестве почтовых ящиков использовали все, что не пригодилось в хозяйстве. Это были старые башмаки, какие-то большие мешки и даже дупла деревьев. В другой части света, на Аляске, тоже в этот самый день, в 1923 году изобретателю Джейкобу Шику было очень холодно бриться обычным способом. Ну, с помощью бритвы, крема и воды. И так бедный Джейкоб научился, что изобрел электрическую бритву. Потом дослужился до полковника, свое изобретение запатентовал и стал весьма обеспеченным человеком. Из гастрономических праздников сегодня день орехов кешью и день эспрессо. А вы знаете, что в эспрессо меньше кофеина, чем в кофе, приготовленном капельным способом? Потому что воду пропускают под сильным давлением через молотые кофейные зерна. А еще сегодня день рождения у самого доброго писателя папы Незнайки Николая Носова. Между прочим, читая «Незнайку на Луне», можно получить приличное такое, знаете, экономическое образование. Узнать, что такое реклама, забастовка, лопнувший банк. В общем, очень полезная книжка. Надеюсь, и для вас оказались полезными факты из истории этого дня. До встречи завтра в это же время на ТВ Рус. Все, пока! Пока! История дня на ТВ Рус.